В нашу редакцию обратились встревоженные телезрители. Члены гаражного кооператива «Объединенный» в районе автостанции переживают за судьбу местной лесополосы. Несколько дней назад автолюбители обнаружили, что все сосны помечены. Подобные следы оставляют на стволах перед вырубкой. Корреспонденты сообщили об этом в окружную администрацию. Теперь эта территория под особым контролем. На настоящий момент информации по этому участку, о планировании его куда-то или еще какому-то использованию, кроме как городских лесов, в отделе и в управлении общественной безопасности нет. В частности, в отделе экологии и лесного контроля. С того момента, как поступил сигнал, проводится мониторинг ежедневный. То есть мы отслеживаем, кто и зачем это сделал. Территория относится к 14-му промышленному кварталу. Спил деревьев на этом участке не планировался, и билеты на вырубку организациям и частным лицам не выдавались.